На поиски кочек и выбоин отправились екатеринбургские активисты из движения «Росяма». При этом на фотоохоту за неровностями дорожного покрытия далеко ехать не пришлось. Видите, машины перекатывают через них, то есть они замедляют свое движение. И замедляя движение, образуются пробки за ними. Это во-первых. Во-вторых, портится подвеска у автомобилей. Асфальт на перекрестке Малышево-Московская положили в 2010-м. Гарантия на покрытие, по словам активиста, истекает в этом году. Яма на дублере улицы Восточной тоже появилась явно раньше срока. Здесь асфальт положили всего год назад. Обнаруженные дефекты активисты фотографируют и регистрируют на сайте движения «Росяма». Там же автоматически формируется заявление в ГИБДД. Такие меры уже возымели эффект. Например, волонтеры из Березовского через суд обязали дорожников отремонтировать несколько улиц. Теперь планируется взять и за парковки. Скорее всего, мы будем работать на местном уровне с местным ГИБДД и местными городскими чиновниками. Тут два варианта. Эвакуация транспорта и второй вариант – ограждение пешеходных дорожек и тротуаров столбиками.